идем вот по Анничковому мосту. Вот, смотрите, кучка какие. Да. Тут он идет, да? Нет, сегодня, по идее, проблемы не должны быть. Ага. Да. Юноша, пытающийся удержать коня. Называется композиция. Одна из самых знаменитых скульптур Петербурга. А там мост через Фонтанку. Анничков мост. Вот это река Фонтанка. Пройдем 5 рекоканалов, в том числе и Большой Нему. Пройдем более 30 мостов. Вот это называется набережная реки Фонтанки. Увлекательная история. Приглашаем присоединиться. Хотим поесть. Управление делами президента Российской Федерации. Музей установления демократии со времен России имени Анатолия Собчака. Первый канал Санкт-Петербург. Это наш любимый Невский проспект. Как на Невском проспекте у бара. Ленты в рюмасе просто хранят. А на тростовом тротуаре монеты вечно стоят. Буду не срок, вернусь в домой. Буду долго ломку трепать.